Начало зомби-апокалипсиса прошло 10 лет. И эта безумная семейка... Рождество у вас! Знаешь, чего я хочу? А мне на это насрать. Выжила благодаря здравому смыслу... Мамочки, не убивай меня! Это искусственный мир! И собственным правилам. Правила для слабаков. Ничего личного. Как ничего личного? Это же моя фишка. Да, ты прав, это личное. Почему третий фильм? Только не надо про сценарий. Только между нами. Дурь стоит дорого. Не ожидали, небось? Появились новые зомби. Сильнее, быстрее, лучше адаптированы к охоте. Они боятся нас больше, чем мы боимся их. Ты сдохнешь, но мне нравится твой энтузиазм. Ты погибнешь. Да, спасибо за твою жертву. От режиссера фильма «Веном». Подбросить? О, да! И сценаристов фильма «Дэдпул». Ла-Каса-Бланка. О, боже. Из меня бы вышел шикарный, мать его, президент. По-моему, эти сигары тут еще от администрации Клинтона. Номинант на премию «Оскар» Вуди Харрельсон. Врежем им по яйцам! Номинант на премию «Оскар» Джесси Айзенберг. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Номинант на премию «Оскар» Эбигейл Бреслин. Ты готовить умеешь? Бум! И лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун. Какого хрена? «Зомбиленд. Контрольный выстрел». Хватит звенеть яйцами. Фразочка из 2009-го. В кино с 24 октября.